квартира построена за счет денежных средств, которые банк предоставил гражданину для строительства квартиры, целевой кредит. Значит, гражданин после полной оплаты своего взноса инвестиционного, после постройки жилого дома и ввода в эксплуатацию, приобретает эту квартиру в собственность, регистрирует свое право собственности на данную квартиру. Значит, коль скоро она приобретена за счет кредитов банка, эта квартира, соответственно, данная квартира является предметом ипотеки, и опять же, вот в реестр будет внесена запись о том, что у нас есть ипотека в силу закона, и данная квартира находится в залоге, и залогодателем у нас является банк. Значит, если в течение срока, который оговорен кредитным договором, заемщик не погасил сумму долга своего, банк имеет право обратить взыскание на эту квартиру. Значит, несмотря на то, что Гражданско-процессуальный кодекс говорит о том, что у нас нельзя обратить взыскание на жилье, которое является единственным местом проживания, в данном случае, на мой взгляд, работают специальные нормы закона об ипотеке, и банк в данном случае может обратить взыскание на такую квартиру. А взыскание на такую квартиру у нас обращается двумя способами. Либо стороны пришли к соглашению о порядке реализации данной квартиры, либо банк в судебном порядке требует реализовать эту квартиру. Уже по решению суда определяется продавец и цена, по которой эта квартира будет выставлена. Значит, коль скоро мы говорим о жилье, то, как правило, там у нас всегда есть несовершеннолетние дети, и поэтому мне представляется, что в случае наличия проживающих там детей, конечно, реализация этой квартиры должна идти по решению суда, и, соответственно, суд уже будет выяснять нарушены права этих несовершеннолетних детей. Значит, но есть особенность реализации этой квартиры. То есть квартира выставляется на торги, а она может быть продана с этих торгов только в том случае, если заемщику и членам его семьи будет предоставлено иное жилое помещение из фонда жилья для временного поселения. То есть, да, это помещение не будет отвечать, конечно, тем размерам квартиры, которая имелась собственности у заемщика, возможно, не будет отвечать там каким-то иным вот, повышенным критериям комфортности жилья, но минимальным нормам, которые жилищный кодекс на сегодня устанавливает, минимальным требованиям к жилому помещению, но будет отвечать. То есть есть специальный фонд, который создается, должен быть создан в соответствии с жилищным кодексом, эта квартира должна предоставляться вот заемщику. Только после этого та квартира, которая находилась в залоге, будет реализована с торгов. Должна быть реализована с торгов. И банк, соответственно, получив деньги от покупателя этой квартиры, гасит сумму долга, которую ему должен заемщик. Если сумма, от которой от продажи квартиры выручена, конечно, больше, чем сумма долга, остальную часть денежных средств получает заемщик, как собственник этой квартиры.